Ты меня выгоняешь? Не, я просто так, чтобы ты не опоздал. Ты меня выгоняешь. Я тебя не выгоняю. Ты меня выгоняешь, я же заебал тебя, да? Окей, сиди здесь. Уйдешь, блядь, я на тебя обижусь. Окей, я остаюсь на ночь, все. Ответь. Поиграем в PS. Ответь. Что ответь? Отвечаешь, что останешься. Ебать, ты так говоришь, как будто с надеждой, что я действительно останусь. Нет, просто типа, что ты на полном серьезе не фиксировать данную ситуацию? Бля, ты что, уже мусором будешь вызывать? Бля, дядь, перегрузы. Перегрузы, блядь. Ну что я сделал? Ребят, прожмите по ссылке. О, кто-то там играет, кстати, параллельно со мной, я смотрю. Так. Краш. Не, краш. Нвути. Чё нвути? А чё ты так спрашиваешь оставаться? М? Ну что ты хочешь? Ответь. Ответь. Щекотно, блядь. Ответь. Я ничего не делаю. Я... Блядь. Убери руку, нахуй. В смысле, моя нога, моя рука. Чего ты меня держишь за руку? Да потому что ты меня тытишь. Не тытию. Не тытию. Не понимаю, что такое. Оставайся, короче. На ночь? Да, да, блядь, вот если ты... А, ты ж, блядь, попросишь комп у меня для Вадима, да? А ты ж можешь от меня у Вадима посидеть. Бля, хитрая она, слушайте. Пиздец! Очень хитрая, блядь. Нахуй тебе дома ехать, если у меня комп? Лучше. Лучше? Да. Ебать, она хитрая, пиздец. Ебать, сколько тебе... Я не вывезу тебе так много просто в своем дне. Слишком много. Так ты не мне будешь вывозить, ты Вадиму будешь вывозить. Да ты, так, а ты где будешь? Ты же тоже дома. Да ладно, 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 я вижу, что тебе не хочется. Я могу остаться. Сука, я могу остаться. Ты за меня, блядь! Я могу остаться. Ну, и стримить с Вадима тут, и потом вечером уехать. Так а смысл тогда, блядь? Что смысл? Оставаться, если ты отстримишь просто с Вадимом и уедешь. А что, какие-то планы? Пиздец. В смысле? Я не понимаю. Что, блядь, это было? Объясни. Да погоди, на! Не поставила, ебать, сейчас будет зеленое. Сейчас будет. Не, не будет. Ну ты поставила. На серый. Ну я просто окупила. Объясни. Убери руку, у меня реально уже сердце болит. Я говорю, что смысл оставаться просто, чтобы посидеть на стриме Вадима. Так ты сама предложила. Не, я говорю, ты можешь у меня остаться и не ехать домой к Вадиму. Ну, чтобы постримить с ним. А уезжать после стрима с Вадимом смысл? Не понимаю, серьезно. Я сейчас не понимаю. С Вадимом уезжать куда? Ну, типа... Все, блядь, злой. Отебися. В смысле? Я могу остаться? Да я... Ебал меня тысять нахуй, сука, ну хватит! Что происходит? Ну, мне неприятно, мне уже нервы защемило, блядь, злой, без шуток. А-а-а, так меня пиздить? Это нормально, да? Я не... остаюсь. Всё. Так ты меня не пиздишь, ты меня тыцаешь, блядь. Вот так, реально, блядь? Да, вот так, да, постоянно. Да, да. Проебала, блядь! Это все ты! Проебала, проебала, проебала. Это все ты, блядь! А я говорил, ставь. Ты меня тыцал, сука! Отомстишь вечером. Бля, пиздец, я себе успокоительный чай сделал, я ебал. А что такое? У меня горит жопа. Почему? Пропусти меня! Да я камень. Пропусти! В чате пишут, я камень. В чате кажут, сделай камня, я и сделал. Что, блядь, посрался, что ты камня сделал. Ну подвинься, блядь, выйти! Я же не могу, я же не могу. Ебать. Ебать, ребят, чего такие злые? Рис. Рис, ты куда? Чел, она сбежала с хаты. Насрать! Тебе что накладывать нужно? Ну, просто интересно. Юра, 100 рублей, злой, бля, иногда лучше молча согласиться с девушкой. Иногда лучше... съебаться пораньше. Чтобы не было потом поздно. Ну, возле роддома стоять. Так чисто.